Всем привет! Вылазка в лес по грибы и ягоды. Но нашел по пути Эльдорадо малины. Малина только пошла. И здесь ее просто море. Малина идет сейчас на заготовке. Висит красная, но немножечко влажновато, но можно собрать ее прям в легкую, несколько ведер. Вот она, малина. Малина поспела. Поспела, висит на кустах. И малинник хороший, дикий малинник, разросшийся. Вот его площадь малинника. Вот такая вот. В окружении сосен стоит. И тут же растет ирга. Ирга, висит вон на дереве, уже тоже поспела. Вот она, ирга. Это очень сладкая ягода. И сейчас она уже дошла. Нужно собирать ее срочно. И вся эта красота буквально рядом с домом. В окружении сосен. Ну, сосняк искусственно посаженный, но, так сказать, наполовину дикий. Все это в черте города. Вот такую красоту мы чуть не загубили, так сказать, своими промышленными разработками. Но природа берет свое и награждает нас вот такими вот дикими ягодами. Вот она, малина, дикая малина, которая уже поспела. Вот я сейчас показываю еще вблизи дикую малину. Она будет у нас завтра собрана, и из нее получится классное варенье. Вот такая вот малина уже поспела. Показываю вам ягоды. Но это дикая малина. То есть в отличие. Ну а по размерам почти как домашняя. Такие вот вещи есть у нас в Сибири. Пока еще встречаются. Спасибо всем за внимание. Удачи вам в наших лесах. Он всегда вознаградит вас.